Ума палата. Не зарплата, но дивиденды принесет. Добрый день, уважаемые друзья! В эфире дискуссионная передача «Ума палата». Я ее ведущий Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – книжный рынок, праздник сквозь слезы. Гости программы – Евгений Дрогов, директор издательства «О краткое», член правления Ассоциации книгоиздателей России, и Татьяна Коршунова, художник-дизайнер издательства «О краткое», член Союза художников России и член Союза дизайнеров России. Поводом для сегодняшней передачи послужил недавно прошедший в Москве на Красной площади 7-й всероссийский книжный фестиваль, который так и называется «Красная площадь». Этот фестиваль всегда вызывает огромный интерес у книголюбов, и на него стремятся попасть десятки тысяч людей. Еще бы. Кроме выставки и продажи книг, во время фестиваля происходит много интересных событий. В этом году организаторы заявили 500 мероприятий. Это подведение итогов всероссийских литературных конкурсов, спектакли, концерты, круглые столы и, конечно, встречи с любимыми писателями. Так, например, на фестивале выступили такие именитые писатели, как Дмитрий Быков, Денис Драгунский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Татьяна Толстая, Александра Маринина и другие. Участвовать в мероприятиях можно было и онлайн. В этом году площадки фестиваля дистанционно посетили около 5 миллионов человек. Размах налицо. Поэтому у меня возникает вопрос. Ну, наверное, к Евгению я обращусь. Чем является книжный фестиваль на Красной площади для читателей и книгоиздателей? Судя по месту проведения, это очень круто. Рядовые события, как мне кажется, на Красной площади не проходят. Ну да, я напомню, что фестиваль появился в 2015 году, в год литературы. И он пришел на смену отмененной выставки «Книги России», которая весной проходила обычно на ВДНХ. И тогда намечалась 18-я выставка в марте месяце, но по ряду причин она была отменена. А поскольку шел год литературы, нужно было что-то придумать на замену, иначе был просто скандал. И в книжной среде и вообще было непонятно, мы год литературы отмечаем или какой-то другой год, раз выставку отменили. Вот, и появился этот фестиваль, и я думаю, что это с лихвой заменило ушедшую ярмарку, потому что не только по масштабу события превосходит обычный вот этот формат на ВДНХ, но и само место притягивает, конечно, не только любителей книги и чтения, но и вообще это сердце Родины, можно сказать. И, ну вот в прежние годы это очень хорошо ощущалось. До пандемии был очень большой поток туристов, в том числе и иностранный. То есть приходят люди посмотреть Красную площадь, Кремль, объект ЮНЕСКО, да, защищенный. И вдруг тут еще и книги продают. Вот. Но вы правильно сказали, что это ведь не только ярмарка продажи, это масса мероприятий. И для читателя это уникальная возможность увидеть срез региональной литературы. И, пожалуй, сегодня такого репертуара и широкого представления регионального книгоиздания, как на Красной площади во время фестиваля, больше нет нигде. Ни в каких магазинах и ни на каких других площадках во время выставок и ярмарок в Москве. Можно я уточню? Вот правильно я понимаю, что в книжном мире вот этот фестиваль «Красная площадь» является главным событием года в России? Для российского издателя и читателя – да. Потому что есть, например, международные ярмарки, Московская международная, нонфикшн, где представлены не только российские книгоиздатели, не только российские книги. Вот на Красной площади исключительно российские. Ну вот что меня волнует, Евгений. Фестиваль всегда проходит в течение дней, и в этом году он пришелся на разгар так называемой третьей волны пандемии. В среднем фестиваль раньше посещал до 200 тысяч человек. В этом году, конечно, гораздо меньше, и тем не менее я осмотрел итоги, посетило 50 тысяч человек. Но ведь это все равно очень много. И это в то время, когда запрещены многие далеко не столь массовые мероприятия. Вот чем вы это объясняете? И вообще, вам не страшно, Татьяна, вам не страшно было там находиться? Нет, не страшно. Потому что там были все меры предосторожности и соблюдены. Все время, каждые, наверное, 15 минут обрызгивали.
Ну, каждые два часа обрабатывали стенды, прогоняли всех. Да. Но это, конечно, там эффективность вот этих мероприятий под вопросом. Вот. И вообще, конечно, странно, что его не отменили в те даты, когда он первоначально планировался с 3 по 6. К дню рождения Пушкина. Да, он к дню русского языка и литературы и к дню рождения Пушкина к 6 июня обычно приурочен. И в этом году он должен был пройти в эти же даты, но его вдруг переносят под предлогом, что наступает третья волна, и вроде как за 2 недели она должна схлынуть, хотя все произошло с точностью да наоборот. Но, видимо, вот этот маховик, скажем так, был запущен, его остановить было уже нельзя, поэтому с учетом всех мер предосторожности его все-таки рискнули провести. Хотя в эти дни в Москве как раз вводились все более жесткие и жесткие ограничения. Ну, я следил вот за вашими, так сказать, похождениями и по телевидению, и в Фейсбуке. Ну, честно говоря, я за вас так переживал. Ну, как вы там, ну, вот вы смотрите. Ну, мы маску практически не снимали, там многие в перчатках работали. Вот, тем более, что служба охраны, которая, ну, за порядком следит, ну, и, собственно говоря, в обязанности были вменены слежение за тем, чтобы участники соблюдали вот эти все меры. Можно я сейчас обращусь к Татьяне, а если потом, может быть, Евгений продолжит. Вот на сайте фестиваля написан его девиз «Больше, чем книжный». Что означает этот девиз? Почему «больше, чем книжный»? Что это? Я не понимаю, что это значит? Ну, наверное, там были действительно не только книги, но и прежде всего это вот как раз запрещенные встречи. Запрещенные? То есть люди общались наконец-то. Ну, ограниченные в обычном формате. Да, в обычном формате, когда мы все ограничены, там была возможность действительно общаться. То есть мы между собой могли общаться, региональные издательства, которые действительно, затем сами москвичи, которые приходили не для того, чтобы посетить вот их издательство, их книжные магазины, а именно они сразу первым делом, они так и говорят, они приходили к регионам, они шли к нам, потому что они ждали тех книг, которые привезут именно регионы из разных уголков. Ну, можно тут про регионы я еще спрошу, поэтому давайте можно вот дополнить про девиз, да. Знаете, мне кажется, здесь два момента. Во-первых, на нескольких площадках нон-стоп проходят мероприятия. И это не всегда связано напрямую с книгой. Это и музыкальные, и театральные постановки. И вообще вот это событие связано с таким всплеском культуры. А книга лежит в основе многих искусств. И вообще, ну, слово, да. Да, и вообще в основе человеческой культуры лежит книга, как носитель, который транслирует эту культуру, накапливает опыт, знания и передает следующим поколениям. И мне кажется, в этом смысле, наверное, вот как раз это больше, чем книжный. Потому что все соединяется на Красной площади. Вот я уже и начал говорить. Вот, наверное, это фестиваль слова как такового. Да. Потому что если мы говорим концерты, песни, я знаю, там Армейна выступала, спектакль, это тоже слово, да, то есть, ну и, конечно, в основе всего книга. Понятно, вот вы мне объяснили, я стал, кстати говоря, сейчас, наконец, постигать, что же, почему больше, чем книга, но в то же время, такой у меня вопрос, ну, насколько было необходимо, ну, хотя бы в этом году, книжному фестивалю залазить вот в другие сферы деятельности, тем более вот в условиях пандемии? Не есть ли это желание организаторов заработать или как-то освоить больше бюджетных денег? У вас, ну, не создалось, знаете, такое впечатление? Конечно, деньги были бюджетные выделены на проведение фестиваля, и, видимо, они должны были быть освоены, да? То есть тут есть такой момент. Но, с другой стороны, в прошлом году фестиваль прошел настолько в ограниченном режиме без допуска регионов, то есть только с участием Москвы, что в этом году вот этот вот выход, мне кажется, нужен был всем. Ну, то есть, конечно, с соблюдением ограничений и так далее, и всяких предосторожностей. Вот, и я видел, что многие их соблюдали, ну, не без отрицателей, конечно, там, ковида и всего прочего, и этих людей тоже было достаточно хорошо видно. Но вот возможность сообществу книжному
встретиться, обсудить проблемы, которые за последние полтора года уже не просто накопились, а они уже отрефлексированы и как-то все в этих новых условиях научились уже существовать. Поговорить об этом, да, посмотреть друг другу в глаза и как-то перезагрузиться, чтобы вернуться снова к своим насущным всем вопросам, проблемам и к текущей работе. Вот на таких площадках это, наверное, самое главное, когда ты чувствуешь общность с подобными себе. Вот. И тут, конечно, никакие пандемии и ограничения, наверное, ну, не могут сдержать вот это желание. Понятно. Давайте перейдем как раз к регионам и, в частности, к вашему издательству. Вот на фестивале было озвучено, что, вернее, было озвучено, что на фестивале представили свою продукцию лучшие издательства из 45 регионов. Кировская область была представлена вашим издательством «Ократкое». Причем «Ократкое» оказалось единственным издательством, которое представляло нашу область. Тоже непонятно. Разве у нас нет больше хороших, серьезных издательств, только «Ократкое»? Ну, видимо, нет. Ну, это вы, конечно, лукавите. Все-таки в чем причина? Не, ну, знаете, у нас есть издающие организации, конечно, и можно даже их назвать. Вот, но представить ассортимент может не каждое издательство. То есть чаще всего выпуск там нескольких книг в год на заказ ну, не позволяет издательству вот представить какой-то серьезный... На фестивале требования какие-то? Серьезный срез. К ассортименту продукции? Ну, ехать с двумя книжками, я думаю... Ну, во-первых, вот эти 45 регионов в этом году отчасти... Кстати, почему так мало? У нас же да. Чуть не в два раза больше регионов. Да. Вот в позапрошлом году, если мне память не изменяет, по-моему, было 54 региона. Но это все равно, во-первых, не все далеко, во-вторых, не все желающие смогли туда попасть. Почему? Когда проектировался этот фестиваль в 2015 году, было выделено 4 зоны: детская литература, художественная литература, нонфикшн и регионы. И вот под регионы было выделено 2 павильона. То есть они используются одни и те же каждый год, то есть в этой части затрат там организаторы не несут дополнительных потерь. Вот. Но эти павильоны, они ограничены по количеству стендов. Вот. И поэтому у организаторов, которые осуществляют отбор, достаточно сложная задача. То есть определенные критерии, да, в том числе и репертуар и ассортимент. То есть насколько данная издающая организация вообще может представить тот или иной регион. Вот. Но у нас был опыт, мы соседствовали еще с одним издательством из Кировской области, но это, правда, всего на протяжении 2 лет было. Первые, по-моему, 2 года. То есть не в этом году? Не в этом году. Раньше. И не в этом, и не в прошлом, и не в позапрошлом. Вот, Евгений, скажите, ну, а областные-то власти, ну, в частности, наверное, я не знаю, кто за книги отвечает, наверное, Министерство культуры помогало вам как-то в таком хлопотном деле? Нет, нам никогда Министерство культуры не помогало и не помогло в этом году. И вообще, конечно, ситуация, которая существует в региональном книгоиздании, особенно ну, вот последние несколько лет, она весьма печальна. Причем я знаю регионы, где совершенно иная ситуация, иное положение, и книгоиздание получает и поддержку, и те издательства, которые приезжают в том числе на Красную площадь представлять некоторые регионы, они эту помощь получают от регионов, разнообразную, можно там поподробнее об этом поговорить. Вот. У нас ничего этого нет, во-первых. Во-вторых, ситуация в каком-то смысле проецируется с федерального уровня, потому что именно книгоиздание у нас, ну, вообще книжная сфера, скажем так, она очень сильно разорвана между разными ведомствами. Например, в отличие от некоторых других европейских стран, в частности Франции, где и книгоиздание, и книгораспространение, и библиотечная сфера находятся в руках одного министерства, это Министерство культуры. У нас библиотеки относятся к Министерству культуры, книгоиздание к Министерству цифрового развития и информационных коммуникаций, ну, раньше Федеральное агентство по печати, а книготорговля не относится ни к кому.
Ну, то есть книга, ну, торговля. Книга торговли, отношение как к любой другой торговле, чего тоже нет ни в одной развитой стране, потому что книга торговли — это особый... Если Министерство культуры вам не помогало, то Министерство цифровой, как она сейчас называется. А у нас называется? Вообще на региональном уровне нет такого ведомственного отношения такого нет. Очень удивлен, потому что ведь ваше издательство со своим участием в такого рода мероприятиях и вообще своей деятельностью создает для области положительный имидж. Я видел интервью с вами, которые выходили в эфир в новостях на самых солидных федеральных каналах, на Первом канале, на канале «Культура». Эти каналы всякий раз подчеркивали, что вы представляете именно Кировскую область. Ощущение-то было совсем другое. Что это не частная инициатива, что это какая-то инициатива именно областной власти. Я удивлен. То есть вот как-то должна, наверное, область вас отблагодарить. Ну, я бы отблагодарил какую-то, ну, вы знаете, компенсация у нас, должна быть ваших у затрат. У нас такая в стране обстановка, что лишь бы не мешали, как говорится. Ну, хотя, можно... вы знаете, когда появился фестиваль, и федеральная власть всячески демонстрировала заинтересованность в том, чтобы регионы принимали участие не только в этом фестивале, но и в других крупных книжных мероприятиях, стали рассылаться письма на региональные правительства. И когда такое письмо приходит, нам, конечно, раньше звонили из Министерства культуры и осторожно так спрашивали, а не поедем ли мы на очередной фестиваль или какую-то выставку. И мы, конечно, говорили, что мы поедем, несмотря ни на что, там, несмотря ни на какую погоду, вот и, если не секрет, и так далее. Сколько обходится участие в таком фестивале в денежном выражении? Вы можете не отвечать, но если вот не секрет... Вы знаете, я скажу по-другому. В сравнении с крупными выставками, да, где взимается плата за участие, и куда региональное издательство попасть, ну, может, с очень большим, с большими оговорками, здесь, конечно, вход вот минимальный. Но в отличие... Выставочная эта площадь, это вообще, да, самая минимальная затрата. Да, но в надо отличие... же приехать, да, доставить литературу, правильно. Жить, питаться, это же такие большие накладные расходы. По сравнению с московскими издательствами, которые, ну, собственно говоря, просто выходят на работу в другое место, да, не в издательство свое, а вот на Красную площадь. Конечно, региональному издательству нужно привезти книги, приехать самим, где-то жить, питаться и так далее, и так далее. И это, конечно, дополнительные затраты. В отличие от московских издательств, которые, ну, собственно говоря, этих затрат не несут. Причем Москва не самый дешевый город. Да, причем Москва не самый дешевый город. Но поскольку других, вот, при прочих равных условиях, альтернативных площадок практически нет, вот кроме двух выставок, которые я перечислил, но которые достаточно дороги, да, для участников, региональному издательству, которому есть что показать, ну, других вариантов не остается. То есть в любом случае надо ехать и участвовать. А, Евгений, окупается вообще участие? Окупается. Ну, участие хорошо. Окупается. В этом году, конечно, вы сами сказали, что посетителей было в разы меньше, и это чувствовалось, да, но тем не менее, вот за годы, пока мы ездим, там, это более уже 10 лет, на крупные мероприятия, у нас сформировался свой определенный пул читателей и покупателей, и люди целенаправленно к нам идут, и если мы на какую-то выставку не приезжаем, потом нам высказывают, говорят, а мы вас в прошлый раз не видели. Но у меня создается все-таки такое впечатление, вернее, подозрение, что, наверное, вы не только из-за финансовых составляющих туда ездите, то есть какая-то другая заинтересованность. Это все было уже перечислено, то есть возможность пообщаться с коллегами, вот да? Это, да? Поучаствовать в крупных отраслевых мероприятиях. Обычно проводится отраслевая конференция вот в рамках фестиваля. Подводят итоги несколько всероссийских книжных конкурсов, в которых мы тоже ежегодно стараемся участвовать. В этом году, правда, мы никаких наград не получили, но не каждый год. Надо и другим дать возможность получить награды. Вот. Вопрос для Татьяны. Я знаю, что книги вашего издательства часто становятся лауреатами разных конкурсов, в том числе благодаря лично вашему труду как художника и дизайнера. Что это приносит издательству? Есть ли какие-то материальные бонусы от этих побед или только моральные?
Евгения потом может свою точку зрения. Ну, конечно, высказать. Больше моральные. Ты понимаешь, что ты не зря работаешь, что тебя знают, к тебе приходят новые заказы. И очень приятно, что благодаря тому, что вот мы побеждали в этих конкурсах, к нам приходят такие заказы из наших дружественных регионов ближайших. И это очень приятно. То есть мы начинаем работать не только с нашими кировскими писателями, а и с нашими друзьями. Да, интересно. То есть как бы жизнь становится более наполненной. Ну, я могу добавить, что действительно прямых каких-то выгод от победы в конкурсе нет. У нас практически нет конкурсов, где есть денежные призы, там за исключением одного, для издательств я имею в виду. Для авторов есть конкурсы с денежными призами, а вот для издателей практически нет. Но когда твоя книга попадает в шорт-лист заметного конкурса, она автоматически попадает в фокус внимания не только, ну, скажем так, узкого сообщества, которое за этим следит, но и в широком смысле, в книготорговле, в библиотечном сообществе, которые закупают потом эти книги. Ну и когда ты постоянно подтверждаешь, что называется, свою такую некую квалификацию, да, к тебе по-другому относятся. Ну, то есть и на федеральном уровне, и коллеги. Вот Татьяна сказала, да, мы начали получать заказы на оформление книг от дружественных издательств из других регионов. Хорошо. Сейчас немножко, совершенно, может быть, из другой оперы вопрос будет. Он появился не случайно. У меня есть друзья... авторы, вы сейчас как раз об авторах говорили, начинающие авторы. И узнав о том, что вот готовится такая передача, меня просили вас спросить. Не буду разглашать, так сказать, фамилию, кто меня просил, потому что вопрос-то для многих актуален. Так вот, начинающих писателей, да и, наверное, не только начинающих, интересует, а вот можно неизвестному автору напечатать книгу бесплатно? Можно. Вообще, что для этого нужно? Вот, расскажите технологию. Я думаю, что некоторых наших слушателей это интересует. Вы знаете, с художественной литературой сложно. То есть издать неизвестного автора с надеждой, что такое издание окупится, в принципе, да, не то, что там во времени, да, а вообще в принципе, очень сложно в регионах. Но вот что касается краеведческой литературы, литературы по истории, искусству, края, вот такая литература, она востребована не только в регионе, но и в федеральном смысле. Ну, то есть такая книга легко попадет в книготорговую сеть, в интернет-магазины. И издатель, который найдет источники финансирования у себя, да, чтобы выпустить такую книгу, он имеет шансы не только купить такое издание, но и заработать. Вот художественная литература, она региональная особенно, она практически неизвестна за пределами своего региона. И даже внутри региона без дополнительных каких-то инструментов по продвижению очень трудно молодого особенно автора, ну и продать, что называется. То есть главное, я так понял, это жанр. Какой, да? Ну вот для регионального издателя да. Хотя я знаю, что крупные издательства, топовые наши, российские, они практикуют заключение договоров даже с неизвестными авторами на издание их книги. Ну, при соблюдении определенных, конечно, критериев. Вот. Ну, скорее всего, это в крупных жанрах, да, то есть роман, рассказы, повести. У меня, конечно, тоже есть своя рекомендация таким начинающим авторам. Согласен, с художественной литературой проблема. Хотя есть в немногочисленных случаях и здесь выходы. А московские и питерские издательства, в принципе, идут весьма охотно на издание учебной литературы. Да, вот да. Ну, учебники, да. Ну, да, она должна быть качественная, конечно, то есть должна пройти соответствующее рецензирование, желательно получить грифы там Министерства образования, то есть либо рекомендовано, либо допущено. Есть еще литературу есть... печатают, и мало того, еще и могут гонорар заплатить. Да, есть еще ряд, скажем так, возможностей, да, но можно отдельно об этом поговорить. То есть автор может получить некий грант, да,
таких грантодателей достаточно много. Как государственных, опять-таки, из бюджета. Опять-таки, это краеведческая литература. Нет, нет. Именно начинающие молодые авторы, поэты, да. То есть такие возможности, в принципе, есть. Но тогда надо просто писать талантливые стихи или талантливую прозу. И, наверное, вот. Состоять в каких-то объединениях. Не обязательно. Не обязательно. Вот так вот с улицы человек пришел, и ему дали грант. Достаточно много таких примеров. Конкурсы литературные, которые проводятся для молодежи. То есть молодой автор участвует в этом конкурсе, побеждает, и ему дают вот как раз вот этот грант печататься в каком-то именитом издательстве. Например, в фонде Прохорова поддерживаются молодые авторы. Да. Спасибо за ваш ответ. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после чего продолжим наш разговор. Ума палата. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума палата». Я ее ведущий Владимир Сизов. Сегодняшняя передача посвящена книжному рынку в России и, в частности, итогам недавно состоявшегося в Москве 7-го книжного фестиваля «Красная площадь». Гости нашей программы – участники этого фестиваля. Евгений Дрогов, директор издательства «Украдка», член правления Ассоциации книга издателей России. И Татьяна Коршунова, художник-дизайнер издательства «Украдка», член Союза художников России и член Союза дизайнеров России. Давайте продолжим разговор о книгах и поговорим о книгоиздательских трендах. Вот вопрос опять сначала, наверное, для Татьяны, ну, а Евгений, может быть, подхватит. Назовите одну, но самую популярную в этом году книгу вашего издательства, то есть, с моей точки зрения, та, которая чаще всего продавалась. Не самая дорогая, а вот какую книгу чаще всего покупали, спрашивали, была востребована? В этом году, наверное, «Вятская далёка». Там эта книга не только... Автор кто, напомню? Тамара Александровна Копынева. То есть на эту книгу уже не только шли люди, которые уже ее знают, и они идут и повторно там для кого-то, в подарок покупают, но и были открытия, когда люди спрашивали, а есть ли у вас что-то вот такое уникальное? И покупали сразу вот это издание. Ну а как вы объясните вот эту популярность? Ну, вот она, в чем уникальность ее? Она сделана, скажем так, красиво. То есть старалась ее делать. Затем была уникальная идея. Это именно коробка подарочная. Для тех, кто еще ее не видел, вы расскажите, в чем там секрет. Татьяна выступила инициатором этого проекта. С Тамарой Александровной Копыневой мы работали до этого по нескольким книгам. И у нее был опыт написания прозаических произведений с использованием вятского диалекта. А Татьяна предложила ей переосмыслить сказки, которые собирал этнограф Зеленин в Вятской губернии в начале прошлого века, и авторски вот переработать их тоже с использованием вятского диалекта. И вот Татьяна предложила оформление, Тамара Александровна включилась в эту работу. В общей сложности вот по времени у нас это примерно 3 года заняло. И когда... книга уже практически была, ну, не может быть, не готова, но сформировалось вот видение, как она будет выглядеть, мы начали придумывать, помимо книги, что еще можно, вот, чем ее можно дополнить. И появился аудиодиск с записью несколькими сказок, и еще игра в вятские слова. То есть там 120 карточек, можно предложить поиграть и в семье, и на работе, и в коллективе, и в школе, и в детском саду даже, в старших группах. 3 варианта ответа, нужно отгадать значение слова. Вот, правильный ответ на обороте. И вся эта игра, вся эта книга с игрой и с диском в такой шикарной коробке. Ну вот, когда все это видят, и цену мы за последние 5 лет не поднимали на эту книгу, и, в общем-то, по сравнению с другими книгами, которые представлены, она кажется уже не у такой... Книга Любов сразу «хочу-хочу-хочу», да? Да. Такое. Тогда давайте перейдем вот от местных, скажем, трендов к общероссийским трендам. А вообще, какие сегодня читательские предпочтения в России? Вот что предпочитают читать большинство россиян? Какие в этом году самые популярные или самые продаваемые книги в России? Ну, вы знаете, я не скажу по наименованиям точно, да, но тренд последних лет, к
которые отмечают крупнейшие издатели, заключается в том, что стали читать больше нехудожественной литературы. Это книги по развитию, психологии, по деловым различным сферам, профессиональным, для профессионального роста, научная, научно-популярная литература и так далее. Ну, здесь наложилась, конечно, еще и вот прошлогодняя пандемия, когда мы оказались совершенно в новых условиях. Но по-прежнему популярна, например, детская литература. То есть вот сегмент детской литературы, если посмотреть срез там, последних 20 лет, статистический, который у нас Российская книжная палата ведет и Федеральное агентство по печати вело, мы увидим, что детская литература практически не подвержена влиянием конъюнктуры, и спады там очень небольшие. То есть все-таки наши граждане, ну и это в мировом тренде, не видят развития своих детей без книги. И это, ну, вселяет некоторую надежду на то, что книга все-таки будет востребована и в будущем. Хотя вот по сравнению, наверное, с советским временем, когда была мода определенная, да, вот выходит какой-то, появляется на авансцене новый автор, и вдруг его все начинают читать. Вот сегодня такой волны, наверное, нет. Хотя есть топовые писатели, ну, которые продаются, и а это значит, что их читают массово. Ну, я с вами согласен, то есть я тоже встречал такую статистику, что нон-фикшн в России сейчас более популярна, чем художественная литература. Немножко опережает, не так уж существенно, но тем не менее опережает. Если же говорить о художественной литературе, то интернет-журнал «Топ-10» приводит следующий список самых продаваемых в России бестселлеров в 2021 году. Первое место занимает психологический детективный роман «Безмолвный пациент» британского писателя кипрского происхождения Алекса Михаэлидеса. Не знаю, как правильно фамилию, наверное, неправильно сказал, но тем не менее. Второе место у книги «Белые лошади», являющейся второй частью романа-трилогии «Наполеонов обоз» российской писательницы Дины Рубиной. На третьем месте детективный роман норвежского писателя Ю Несбе «Нож». Четвертое место у детективного романа «Смертельная белизна» Роберта Гелбрейта. Это псевдоним известной английской писательницы, автора романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. И, наконец, пятое место у мистического детектива Виктора Пелевина «Искусство легких касаний». Вот, судя по этому списку, у российских читателей в тренде детективные романы. Вы, как издатели, согласны с этим, или у вас свой список какой-то есть? Ну, вы знаете, если посмотреть срез, опять же, за последние там лет 10-15, мы увидим, что новых имен появляется мало, и в основном там 2-3 десятка фамилий будут меняться в списке местами. Там кто-то будет выходить на первое место в связи с выходом каких-то новых произведений, может быть, более удачных, чем предыдущие. Не знаю, наверное, у массового читателя определенные жанры всегда пользовались популярностью. То есть, чтобы отвлечься, пощекотать нервы, поразмыслить над какими-то перипетиями сюжета, да, когда там до конца непонятно, кто преступник. Да. То есть детективный жанр, мне кажется, за последние там, 200 лет, как он сформировался, он в топе популярности. Вот. Но мы же все равно понимаем, что читателя можно сегментировать по-разному. И если мы возьмем читателя, который предпочитает интеллектуальную литературу, мы увидим там совершенно другие, наверняка, фамилии и другой список сформируя предпочтений. Моя дочь, извиняюсь, является страстным книголюбом. Я просто обещал ей задать вопрос, и чтобы мы успели, поэтому немножко перебиваю вас. Узнав о том, что вот мы готовим передачу о книгах, она просила задать следующий вопрос. На каких авторов из классики всегда существует стабильно высокий спрос? Татьяна, попробуйте сказать. Можете это предложить? Я думаю, что прежде всего Чехов. Чехов? Да. Кстати, очень много подходит и спрашивают именно Чехова, Гоголя. Вот их действительно читают.
Ну, это наша классика. Ну, время от времени подходят на стенде, к стенду, хотя, может быть, не особо понимают, что это регионы, и редкое региональное издательство специализируется на выпуске именно классики, но, тем не менее, спрашивают. И этот список, ну, наверное, он достаточно длинный. И поэты, и писатели и Золотого века, и Серебряного века русской литературы до сих пор востребованы. Причем я не могу сказать, что это, например, только пожилые люди или там люди среднего возраста. Среди них есть и молодежь. И я думаю, что мы успеем последний вопрос задать. Издательства, чтобы не прогореть, должны обладать способностью предугадывать, что будет популярно в ближайшей перспективе. Вот скажите, можно ли сейчас прогнозировать, какого рода литература будет наиболее востребована в следующем 2022 году? И вообще, вот кто формирует читательские предпочтения, сам читатель или издательство, которое ему, так сказать, преподносит ту или иную литературу? Ну, конечно, региональному издателю не угнаться за лидерами отрасли. И читательские предпочтения все-таки формируют наши флагманы книгоиздания, столичные издательства. Мы все-таки немножко по другим законам существуем, и наши предпочтения чаще всего и становятся теми книгами, которые мы предлагаем нашим читателям. Ваши личные предпочтения? Да, да. Ну, можно сказать, что вы формируете предпочтения читателей своими предпочтениями. Спасибо за ваши ответы. Наша передача подходит к концу, но осталось еще немало важных вопросов, касающихся книгоиздания, которые бы хотелось обсудить. Например, многих интересует такой вопрос, что бумажные книги вроде бы как бы и не нужны больше, потому что очень много издается электронной литературы, и в интернете чаще всего их можно достать и бесплатно. Аудиокниги также есть. И сомневаются даже, что будут ли в скором времени работать книжные магазины, поскольку, так сказать, их становится все меньше и меньше. И какое будущее ожидает книги? Ну, вот типа этого были вопросы мне тоже заданы. Но в рамках одной передачи мы, конечно, не способны раскрыть все эти темы. Поэтому я предлагаю в ближайшей перспективе, может быть, встретиться еще раз и продолжить наш разговор. Обязательно. Это большой разговор, на целую передачу хватит. Да. Ну, а сегодня наша передача заканчивается. До свидания и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Ума-палата.